Всем привет! Сегодня мы посмотрим офигенные постройки трех друзей и новую карту Билтобот, которая, возможно, будет в будущем. Давайте наберем под этим видео 500 лайков, чтобы пельмешек вернулся к нам. Начинаем. Ё-моё. Сейчас я рулить умею. Я выйду отсюда. Сейчас выедем. Да нормально едем, сейчас доедем. Не переживайте. Еще ни один пассажир не оставался в живых. Во! Во! Видели? Ты его раздавил. Кого раздавил? Ты, конечно. О, вы меня раздавили. Ой. Я не выйду из машины, ты меня раздавил. Я тоже не выйду. Да, включаются фары, есть хлебетка, которую мне не дали проверить. И тут очень много декора. Типа есть окна. Красивые. А, внутри тут скамейка. Ладно, кажется, тут мне внутри не рады. Очень прикольная машина, типа у нее много декора спереди и сзади. Мне очень нравится задний декор вообще. Спасибо. Пожалуйста. А колеса какие эпичные. В дискорде разраба как раз задний вид этой машины нам сами. Обалдеть, ты заехал вот сюда? Да, спокойно заехал. Мы проходили, вот. Эта карта создавалась вот скоро в конкурсе. Давай, обозреваем постройки трех инвалидов, которые нифига не собраны. А три инвалида. Начинай. Три инвалида. А чё, опа, вот так простенько с помощью подвески заезжает он туда. И по воде может ездить. Блин, и как там, нормально тебе? Самая простая подвеска. Ну, довольно эпично то, что он под таким наклоном заезжает. И сейчас выбирается из якобы воды стеклянной. Поехали. Кого подтолкнуть? Кажется, этот джип самый крутой, он как далеко заехал. Правильно, я билет выбрал. О, тут мостик, надо на него заехать, наверное. Кто первый доедет до финиша, мы или они? Мы не обгоним. Как где? Сейчас мы... Оу, нормально так заехал, вообще глубоко. На финише встанем, посмотрим, где машина какая-то. Окей, встанем. Кажется, мы тоже забуксовали здесь немножко. Нас догоняют. Вот это, блин, дороги. Я еще таких не видел. Я не думаю, что есть такие горы. Я тоже не думаю, что у нас прям такие ужасные дороги где-то есть. Ужасные дороги есть. Ну ведь и куда же мы приехали? Ай! И куда мы приехали? Манси. И чё ты тут забуксовал? Ой, сейчас тебя скидят! Как это прикольно выглядит, машина на машину. Ай! Давайте встанем вот так вот, типа. Так, красивый скриншот. Кажется, противника не по размеру выбрал. Ай! Помогите! Меня победила моя машина. Не роняй мою машину, Дени. Я потом не переверну ее. Ага, я сразу... Кручаю. Ай, блин, что за тяжелый вес. Ой, я перевернул, не переворачиваю мою машину. Давайте я вот эту нероняемую машину проверю. Она реально не роняется, вот, роняется, потом обратно переворачивается, вот. А, ну да. Главное, проверено, не роняется, ой. Не роняется, да, не роняется. Кто хочет со мной соревноваться, кто кого этот перевернет? О, все, перевернули одного. Все, осталось только сам. Я и ты. Я тебя переверну. Ай! Ай! Нет! Я победил! Да не победил ты. Я еще не проиграл. Я, по-моему. Ой, у меня там колесо вывернулось немножко. Я механик твой, я офигел. Что за колеса сами едут? Это искусственный интеллект колес, они решили убежать от своего хозяина. Мы индусские фильмы снимаем, это. У них колес, смотрите, как двигается иногда. Кого-то шагает. Вон кукоп. Почему меня тогда? Да мы тебя не дали. Мы этот гелик как бы спидранили, мы очень. Спидран гелика делаем за 5 минут. Да, да. Сейчас будет пум-пум. Как лагает. Первое. Когда он вот это удалять. Сочные лаги, да. Когда он это удалять будет, мы ему умрем, наверное. А пока это делать, я чуть не умру. Еще это я сколько буду смотреть. Ай! Помогите! Open tools. Что за, блин, гиперскорость, а? Сломанный грузовик. У нас тут все открывается, все работает. О, вот это я люблю, вот это по-нашему. Жмак и закрываешь. Открываешь, мотор чинишь, хоп-хоп,
и все, и закрываешь. Дверки ну, хоп-хоп и открываешь. В салоне хоп-хоп, руль не крутится. Ой, блин, это тоже сломанный грузовик, да? Сломанный КамАЗ. Ой, ты куда, блин, так? Сейчас сорвешься. Машину заперто, ключи дайте. Ой, я заехал. Крутая машина. Противоугонная система, конечно, вообще. Вот это как красиво выглядит. Угнать можно. Чё? Опа, магия дрима. Самолёт. Ура, я смог угнать машину. Ура! Я машину угнать смог, прикиньте, все, я поехал отсюда нафиг. А, ес! Ховерборд! Блин, красивый. А чё нельзя угнать? Машина не угоняется, а вот ховерборд угоняется. Давайте, кто сможет доехать до конца, машина или ховерборд, и не поломаться. Машина не едет, так что я думаю, ответ очевиден. Ладно, смысла от этого мало. Давайте на корабле доплывем до конца, почему бы и нет. Это на нем может. О, он ружье взять золотое. Расфиксируйте ружье, пожалуйста, я хочу быть с ружьем. Ай, 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 меня землю поводится. Конечно, выбрал золотое. Огонь! Короче, это такой очень красивый корабль. У него тут имеются паруса красивые, типа везде динамит, каюта командира. А где командир? Это корабль. Тут у нас дом моют, это тут у нас везде такое. Ну, короче, корабль. А самая главная его фишка, это в том, что мы сейчас на нем будем проходить билд-а-бот. Готов? Так, это такой современный кубический дом. Но его особенность в том, что у него открывается дверь, и можно заходить в гости. Гараж, ну, гараж тоже. А машину где? Тут еще одна дверь есть, она тоже открывается. Ладно. Самая крутая особенность этого дома в том, что тут накрыто на стол. Что кушайте мясо. А я не хочу. Тут у нас рыбка в аквариуме, и она умеет плавать. Вот тут сундучок, камушки. Видите, вот она плавает. Иногда что-то умирает и не плавает, кстати. Вот она умерла. Плыви, давай. О, плывет. Она типа отдыхает там на песочке. Вот так плывет, 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 плывет. Важная инфа. Крутится вентилятор. Ура! Вентилятор крутится. Так, можно поиграть? Но на самом деле вообще нельзя поиграть. Слышали? Это что, сыр? Вкусный. Покушать можно, подняться на второй этаж, на котором ничего нету, кроме двери. Еще одна комната. Да, недостойная. А где кровать? Как спать? На полу, как настоящий. На полу, как обычно. Йок. Не, я... А. Коврик есть, как кидать. Уйди, я хотел спать на полу. Мимо ковра. Да пофиг, главное спать. Все, я сплю на ковре. А вроде бы не на нем. Вот здесь гитара, можно поиграть, световой меч из Звездных войн. А, нет, не световой меч, сабля. Пистолет, снайперка, мини-домик. Вот это собака! Я такую ни разу в жизни не видел. Больше на крысу похоже, знаете? Крыса огромных размеров. Маффинки, куклы в стиле разрабов. Да, это кто такой, блин? С ножиком. Это вроде бы ваш друг, да? Нет, господин, не понял. А вот это ты. Ну это я. А это твой корабль, который ты мне дал. Это машина для лисов? Крутая машина для лисов, точно для лисов. Мини-машинка для мини-человечка. Прям 100%. Круто. Мини-машинка вообще для самых мелких челиков. Опа-на, опа. Круто, вообще офигенно. Пиши. А где? Вроде бы лис от страха умер. Я на нее наступил, а она все. А, я понял. Так, в домик заходим. А, сижу я в своем доме, наслаждаюсь жизнью, смотрю в оковка. А, хожу в туалет, тут у нас ванная. Обалденно, офигенно. Как вдруг, блин, великан пришел и говорит, давайте еду или я вас сам не съем. Он нас запаковал. Помогите, нас запаковал пират. Надо выпрыгивать через окно, я придумал.
он нас хочет съесть. Я сразу это знал. Горит этот домик. А где домик? Домик-то нету. Ой, на пиратской лодке. Как это делали пираты? Флаг прикольный. Помогите мне, пожалуйста, я летаю. О, железная дорога. Мне кажется, что мне тут лучше не находиться. Ай! Ого, поезд едет на лампочках, прикиньте, вообще крутой. Ай! Ай, куда? Привет, паровозик. Маленький покататься. Кто меня сейчас лис съест? Тютюх! Тютюх! Мы планировали, что один чувак уйдет здесь. А мы будем кататься. Ага. О, давай спрыгнем, давай, лиса. Тютюх! Тютюх! Лучшие это кошмары сбываются. Я, кстати, смогу на нем застрять или нет? Ай! Перевесил. Блин, я реально толстый. Да, конечно, уху шатал не только машину, но и поезд. Так с ним вообще не дружить бы. О, давайте я у тебя стану и съем маленькую конфету, и будет такая пирамидка. А, давай, реально, будет башня. Пирамидка из человечков, прикольно. Ну, а теперь начинаем смотреть стадию. Так. С чего начнем? Ну, это что это вообще за карта такая? Стадия. Как она называется, да, и про что она? Стадия вот является ремейком на старую стадию из Билдебота, ну, которую уже удалили. Я... Мы сделали ремейк, надеялись, что его примут, ну не знаю, возможно, да. Делаем до сих пор. Делали. Суть этой старой локации была в том, что, ну, было изначально два корабля и просто линейка из камней. Мы решили немного изменить это. Ну, это получается старая карта, которую изменили, да? Да, это старая карта, которую удалили, и мы ее переделали. Ну, она сейчас выглядит очень красиво. Нуля, взяли идею, в общем. Да, взяли идею. Ну, сама карта выглядит очень красиво. В Билдеботе бы вообще вписывалось, наверное. Так, ну тогда... Тут огромная стрелка стоит, не знаю зачем. Ну, это необходимо при создании стадии, если хочешь сам создавать, то можно, смотри. Тут еще вот это что такое? Это препятствие для этой стадии, то есть, ну... На разных стадиях есть, где камни, где что, вот. У нас сражение двух кораблей, поэтому, ну, обломки от кораблей. Я понял, я думал, это просто они тут стоят. Типа тут такие вариации. Одна такая большая мачта, маленькая и еще такое бревно. Ну и тоже красиво выглядит. А еще что в этой карте? По идее, должны были стрелять пушки, но реализация этого, ну, странно будет, поскольку они в мост будут попадать. Ну да, ну ладно. Ну хотя если бы стреляли, тоже было бы круто, но вот они могут вверх, кстати, стрелять. По идее, на оригинальной локации они стреляют. Ну не знаю, если... Ну если хитбокс пониже расставить, поставить пониже хитбоксы. Так, ну тогда давайте посмотрим сами корабли. Начнем, наверное, с этого острова, да, спальни? Ну, я видел у одного уровня в Билдеботе, там тоже вот такой, типа... Как сказать, вот это более яркий цвет воды, типа близко к песку, я не помню, какой это уровень был. Это пена, это последняя стадия. С маяками стадия, с маяками. Там, нет, там еще другая тоже была, ну да, это тоже есть. Где... Там были тоже стадия с пальмами была. Да, там, я помню такую, да. Ну там прям такой песок. Тут ягод лежит, смотрите, очень красиво. Shift P нажми, Shift P. Shift плюс P нажми, и ты будешь летать. Спектатор моде. Очень красиво выглядит этот якорь. Также тут есть кокос, который улыбается. Нет, зря. Заметно, он улыбается. Он в удивлении. Он против вообще. Злой? Он рад, что он жив. А? Как бы ему здесь нравится, он здесь живет, это его дом, и ему хорошо, в общем. Загорает. Также тут есть кустики и сама большая пальма. Не кажется, что слишком большая по сравнению, например, с тобой? Вот ты, ну, вот пальма. На всех стадиях так, они гиперполизированные какие-то. Но тут это необходимо. Ну, сама пальма довольно красивая. Красивая, тут довольно красивая эта форма именно, как это называется, у стебля пальмы. Ну, ствола пальмы, очень красивые такие штуковины. Также тут есть кокосы, которые еще не упали, и они совсем без улыбки. Ну, ладно. Ну и сверху такая листва очень красивая. Такие под наклонами. Ну не знаю, в Roblox Studio, наверное, легче делать, чем в Билдеботе. Да, гораздо. Там же тут же есть всякие плагины. Ну... Да. Тут рядом везде такая земля с травой. Также вот эти лианы.
какие-то. Они, мне кажется, из этого первого уровня билдобота, который там. А, ну похоже. Изначально. Похоже, похоже. Там, где все заросло. Да, очень похоже. Так, ну это был такой островок, тут их вроде бы 4 вон. Только вон там уже 2 кокоса радостных. А, лечу. Да. И на одном есть сундучок. Тоже 2 радостных кокоса. Где сундучок? По диагонали от того острова. Так, тут есть еще сундучок на другом острове, так как ты и сказал. Он довольно тоже красивый, и все это просто сделано из обычных кубиков и вот этих всяких кругов. Ну, его как будто откопали, и вот у него есть замок, но он довольно красиво выглядит. Ну и также тут та же самая пальма и один кокос радостный. А мне кажется, он перевернут. Сундук тоже очень красивый. Ну и еще один... еще одна пальма. Ну и давайте пойдем, наверное, к самому кораблю, которых здесь 2. Туда. Да, но они одинаковые, по сути. Вот получается, тут сейчас 4 острова, почти что одинаковых. У них немножко есть отличия. 4 острова, это один большой, он разделяется просто водами на 4 части. Да, но если прям очень далеко отлететь в режиме спектатора, то да, это именно. Так, сам... Я вообще запрыгнул. Что, кто? А как вы сюда залезли? Мы залезли другим ветром. А, я думал, вы вот так. Так как? А, ну ладно. Так, тут получается такой мост. Тут у него круглые веревочки. Мне кажется, что он слишком большой. Это же какой-то паркур. Ладно. Да, не, нормально. Ну, мостик как мостик. Давайте пойдем к самому кораблю. Он довольно интересный. Там у него пушки красивые. Это я делал. Замечательно. Корабль я делал. Пушки я сделал. А я смотрел. А, я просто сделаю. Так, я сейчас поднимаюсь тогда на него. Кому помочь? Так, ну тут получается есть очень красивые пушки. Кто из вас их делал? Я. Он же их делал. Ну они очень красивые, так смотрятся. Ну, не знаю, может быть, чил даже их заменить, ну, оригинальные билдоботовские заменить на эти. Ага, если он хотя бы стали возьмет. А если бы он. Если бы он смотрел их. Да. Чтобы пушкам стрелял, я бы хотел, потому что, ну, те, которые сейчас желают лучше пушки. Тут получается у самих пушек есть 4 колеса, одно маленькое, другое большое. Типа как у трактора, только наоборот. Большое впереди, маленькое сзади. Ну блин, такая не красивая не реально пушка. Вот тут такие цилиндры везде. Так, сейчас наберу выделение. Довольно вот. Простая, занимает немного партов, но выглядит. Но красиво. Выглядит, да, красиво. Мало партов, но очень красивое. Простое и красивое. Вот впереди вот такие цилиндрики, тоже красиво, а сзади стоит сфера. Это выглядит очень красиво. Ну и фитилек есть. Таких пушек тут 6. Они такие громадные, что, думаю, даже человеками могут стрелять. Людьми. Человеками. Так, ты там залезаешь? Да, мне здесь нормально. Ладно. Кроме пушек, сама структура корабля тоже красивая. Так, вот тут впереди, может сюда подойти. Ну, паруса тоже довольно детализированные, вот. Мне получается, вот тут деталь, скосы, но выглядит есть очень красиво. А, я буду летать у парусов тогда. Ну, красивый паруса, вот этот передний очень красивый. Ну, такое освещение не очень видно. Также вот тут тоже находятся детали под наклоном, вот такие. Ну, и тоже красивые паруса. Тут раз, все плагинами сделано, типа, это проще. Плагинами? Какими? Да, ну, плагинами, типа, тут проще строить, чем в билдоботе. Ну, типа, тут просто есть сфера и все такое. Ну, и также есть окна. Ну, саму структуру корабля, я думаю, было сложнее строить, чем паруса. Нет. Ну, тут тоже довольно много наклонов, красиво. Мы здесь. А мы билдер кораблики строим все эти. Ну, мы просто, мы эту стадию за 3 дня сделали. Ну, корабль мне нравится, именно как он внизу выглядит, вот так красиво. Скосы все это. Так, ну вот мы посмотрели корабль, и куда же мы идем сейчас? Можешь посмотреть камни, они там слепо есть. Камни? Камни. На самом верху находится вот такая каменная статуя. Типа камень, но статуя. Она довольно красивая. Типа вот. Да. Это вроде бы популярно, или я не знаю. Как с острова Пасхи. Ну да. Тут так, а округление от этого, мне кажется. Я поставил, потому что они по кругу стояли тоже на острове. Округление вот эти вроде бы было сложно делать. А сколько таких тут есть? 1, 2, 3... 4. Да, только 4. Ограничения по партам, поэтому слишком много детализации нельзя сделать. Также тут есть такие проходы, типа, для кораблей, ну, когда из уровня в уровень заходишь, то там стоит вот такая черная штуковина, так сказать, разделение уровней, и тут тоже такой же для кораблей. Было прикольно, если бы этот корабль плавал, и, типа, туда заехал, из другого выехал.
Ну это уже разрад делают такие штуки. Ну, с другой стороны, все то же самое. Как бы, ну, да. Захочет, он сделает. Ну, получается только декор. А вот эти всякие камушки расставлять, это все разработчик делает. Разработчик, ну, да. Скриптинг, скрипты с него, в общем. Ну, также тут везде вот такие вот земляные кубики, которые состоят из двух партов разных цветов. И травка есть. Тоже прикольно. Так, ну что тут осталось, я даже не знаю. Дай. Это все вообще? Где мы еще не были? Где все? Ну, это был весь переделанный харбор, то есть порт. Лагуна в переводе. Харбор же вроде как порт переводится. Ну, значит, у него разные значения есть. Просто World of Fantasy Harbor это там порт, тут другое. Вполне возможно. Типа битва кораблей, ремейк карты, которая уже была в билтоботе, но ее удалили. Она очень давно была, там просто пушки стояли. Ну, я тогда не играл, я не знаю, как она точно выглядит. Ну, было бы классно, если бы эти пушки, например, стреляли, как в уровне с цирком, там куда-то так обстреливали игроков. Там же тут красивые препятствия, типа не просто камушки, а вот такие мачты. Так, ну тогда подпишем в комментариях, понравился ли вам этот уровень и хотели бы вы его увидеть в билтоботе. Ну, я бы хотел бы. Что вам делать? Короче, пишите там в чате разраба, что, ну, хотите эту стадию, все. Да, устраиваем бунт на сервере разраба. Бунт, реально. Правда, забанит. Был диалог трех карт. Я полетел за карту, я там что-то вижу. О, маленькая пальма, меньше кокоса. Вот такой большой кокос растет на вот такой пальме. Круто. Или кокос больше пальмы в два раза. О, тут я пушку нашел отдельно. Также этот камень валяется. Землю и сундук. Фух. А вот и кораблик. Ну, на этом мы будем заканчивать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.